правительстве Верхней Волжи обсудили обеспечение безопасности учреждений образования региона. Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Игорь Руденя. Как отметил глава региона, соответствующая работа на территории Верхней Волжи ведется в плановом режиме. За последние 3 года было выделено порядка 110 миллионов рублей на устройство ограждений, турникетов, модернизацию технических систем оповещения и видеонаблюдения, установку тревожных кнопок. Также на заседании рассмотрели усиление работы среди учащихся школ и колледжей, в том числе в рамках реализации региональной стратегии духовно-нравственного воспитания. Она была принята в нашей области в 2020 году. В числе ее ключевых задач – формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи, укрепление института семьи, популяризация человека труда. Прежде всего, в основе лежит профилактика терроризма – работа с детьми. Работа с теми детьми, которые для нас, возможно, являются детьми, которым не хватает, в том числе и семейного внимания. Поэтому все наши проблемы, как мы говорим, лежат в основе нехватки внимания для нашего подрастающего поколения.